О, собака улыбак. Жарко, да? Жарко. Идем гулять. Друзья, всем привет. Всем огромный приветище из нашего славного города Славянска. Откуда-то Рудик вырулил. Рудик. Весь день дома не было. Весь день где-то спал. Так, друзья мои, Славянске опять неспокойно, опять жахнуло так. Приблизительно где-то было от нас где-то 15 км, ну плюс-минус. Вот какие уже. Ну, грохот был неимоверный. О, опять сирена. Сейчас ненадолго прерву запись. Что, Собакин? Выключили сирену только что. Ну, долго так. Минуты, наверное, 5 она звучала. Так вот. Слишком было сильно. В центре города сработала сигнализация на автомобилях. Писали. Местные, естественно, уже знают приблизительно куда. Ну, будем ждать официальной информации от руководства города. Ну, будем надеяться, что это без жертв, так скажем. В общем, не очень было приятно это слышать. Здесь у нас домик соорудила Оксана Сергеевна для огурчиков наших, чтобы они не горели. Рудик уже осваивает его потихонечку. Бедный Собакин еле успокоился. Рудик, привет. Ты, кисюня моя. Пуня там возле ванны спит. Где все остальные, не знаю, но где-то бродят. Так, это что у нас? Ага, это удобрение. Немножко подкормили. Все это дело. Ах ты, рыжий. Сейчас поиграемся с ним немного. Вот так. Что, Руди? Ага. Пошли гулять. Да, идем, собака, но не имется. Как он перенервничал, с ума сойти. Кто-то написал, положи красных помидор сюда, чтобы они как бы там быстрее поспели. Знаем мы этот как бы прикол, но надо ложить уже в ящик с зелеными помидорами, которые были сорваны. Вот пришел царь на разведку. Рудик, пойдем дальше. Поэтому подождем естественного созревания. Люся бежит навстречу, задрала хвост. Мини-кошка. Привет, кисюня. Привет. Ты моя микрокошечка. Такая миниатюрная. Ой, господи, она хрюкает тоже. И вот так очень редко, крайне редко я это слышал. Наверное, какую-то жабу вкусную съела, да? Ага, аж щурится. Ну, лишь бы на здравие. Да, тут потихонечку нарисовываются все остальные. Манюня. Привет, Манюня. Привет. Она, кстати, вся в маманьку. Тоже не такая же крупная. Такая же, вернее, не крупная, как и Маня. Ну, как и мамаша, господи, от жары заговариваюсь уже. Ай ты, господи, ого. Ничего себе, у тебя ковш. Ладненько, идешь? Пошли. Я как раз был на огороде, вышел. Там вот Оксана Сергеевна накрывала огурцы. Не знаю, такая вот, как сказать, реакция организма. Как резкий звук. У меня не имеют кончики пальцев. Или, видать, сердце так сильно срабатывает, что оно мгновенно рассылает кровь по организму. Ну, в общем, как-то так.
Так, что-то у нас за птички такие, синички. Так, синички, вы аккуратнее, это уже сын позавтракал одну из вас. Было дело. Малюк гуляет, его не видать. Хотя вода прозрачная. Довольно-таки, вон видите, поверху маленькие круги расходятся. Неужели им действительно так жарко? Хотя ночью прохладная. Класс, красотень. Ух ты, как близко пролетели чайки возле меня. Так, тут у нас вкусняшки. Вкусные? Ого. Тишь да гладь. Но все равно еще я под впечатлением от этого разрыва тишины. Ну, будем надеяться, повторюсь, без серьезных последствий. Легенький теплый ветерок присутствует у нас. Вот именно он такой теплый. С той стороны, где солнце, прям аж припекает. Хотя уже где-то 18:30, где-то вот так сейчас, на данный момент. Друзья, прекратите в комментариях переживать за утенка. Утенок выжил, еще раз повторяю, он в добром здравии. Он вынырнул где-то вот там. Я же говорю, я специально ушел для того, чтобы сориентировался он и не видел какой-то там горы сверху на него, там нарезающий в виде моего тела. Я ушел, и он там вынырнул. Все, больше повторять не буду, он жив-здоров. Не переживайте, а то там утопил, там 5-10. Нет, с ним все в порядке. С ним все хорошо. Коты, лентяи, где-то остались, не пошли гулять. На самом деле, вот съемки получается примерно около там 8-10 минут. На самом деле мы намного дольше гуляем. Намного дольше. Просто как бы там кое-что вырезается, кое-что дополняется и так дальше. Поэтому получается примерно вот такой промежуток времени. Короткий. А так мы гуляем намного дольше. Писюня. Растерялся, не знаю, что ему делать. Рудинчик. Рудичек. Эх. Так, тут у нас троица. Люся дала леща рыжему. Куда? Куда нюхаешь? Люся такая самая. Так, ладно, не будем там. Это у нас Манюня. Разоглась. Ух, как лапу выставила. Сейчас остальных найдем. Остальных не видать. Сын так хорошо молочка попил. Они знают движение. Я когда молоко вытаскиваю из холодильника в бутылке, оно в дверях стоит. Я вот так этим колышу, оно там шебуршит. И они сразу мгновенно все летят на звук вот такого бултыхающегося молока в бутылке. И вот они так молочка здорово попили. Потом здорово поели. И где-то они отдыхают. Пуню вижу. Сын где-то забежал. Тут у нас тоже вот Сана Сергеевна прошлась с тяпкой. Так что сейчас я буду все это дело опять одевать ранец и от фитофтороза все это дело пшикивать. Третий раз уже. А вот что-то спасем. Всем, друзья, мира, добра. Всем здоровья, благополучия. Остаемся на связи, друзья. Всем спасибо, всем пока.